Тревожиться не нужно. Пострадавший – кукла. С ее помощью отработали один из этапов пожарно-тактических учений. Этот день запомнится многим отдыхающим лагеря «Зангаркуль». Эмоции через край. Особенно у Анвара Фардинова. Парень побывал в роли пострадавшего. Его с высоты 3-го этажа пожарные спустили по автолестнице. Сначала было страшно, но потом я привык. Ну, понял то, что подаю для детей пример хороший. И, эмоции поднялись, все хорошо стало. Кроме этого, в рамках учения провели эвакуацию персонала и детей. Сымитировали очаги возгорания, а 2 человека на 2-м и 3-м этажах были выведены по автолестнице. А пока дети наблюдали со стороны, с ними провели профилактическую беседу. Действия отработаны как персонала, как сотрудников пожарной охраны, так же и детей. На оценку хорошо. Работы проведены хорошо, дети довольны. В конце учений для них устроили настоящее водное шоу. Сначала любовались радугой, затем фонтаном из пожарного рукава управляли уже сами, но под присмотром взрослых. Хочется отметить, что подобного рода мероприятия проводятся в каждом лагере при каждом заезде, ведь успешное их проведение однозначно гарантирует безопасность детей. Булат Ханиев, Евгений Лазаев, Новости НТР.